Так, сегодня в комнате вы одна слушатель. Вот остальные, я так понимаю, будут слушать в записи, либо потянутся чуть позже. Ну, вообще, сегодня тема у нас такая. Давайте для начала проверим связь. Людмила, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, что-нибудь в чате, чтобы я понимала, что вы меня слышите. Угу. Отлично. Девяточка, это значит не 10, не очень хорошо. Как бы добавить звук, как будет лучше? Почти супер. Хорошо. Замечательно. Да, запись включила, все хорошо. Немножко сделала погромче. Итак, сегодня у нас тема такая. На самом деле, немного у нас вообще сегодня участников, но все, кто решили принять участие, они будут смотреть, я так полагаю, записи, либо попозже подойдут. Но у нас такая тема уже проходила в, ну, как бы не целиком, да, эта тема освещалась, а когда мы были предыдущие занятия у нас в тренинг-центре, мы эти темы уже проходили. Вот сегодня будет такая объединенная как бы лекция на эту тему. Я не буду сильно много слайдами пользоваться, все будет вживую. Вот, и на самом деле, да, многие, у кого есть доступ в клуб, они могут посмотреть, ну, по кусочкам, так сказать, с разных лекций, собрать эту лекцию в одну. Вот, и у меня такой вопрос, Людмила, вы на прошлом занятии были? На прошлом занятии. Я пока открою сайт. Да, хорошо. Вы уже установили себе сайт, выполнили задание, да? Давайте, раз вы сегодня одна, вышлите мне, пожалуйста, ваш домен, я посмотрю, что у вас получилось. Заодно прокомментирую, что и как. А, еще не делаю, да? Хорошо. Смотрите, сегодняшняя лекция предполагает, что все-таки уже сайт есть, и мы идем дальше, да? То есть мы дальше настраиваем его, через занятия мы будем уже заниматься товарами. То есть у нас следующее занятие будет еще немножко настройки, еще немного настроек, да, будет, и настройки плагинов, ну, такое будет больше такое техническое, вспомогательное, скажем так. А дальше уже занятия у нас будут по товарам. И к тому времени, конечно, сайт уже должен быть, потому что те уже лекции будут более интересные в плане, ну, наполнения, скажем так, своего магазина товарами. На сегодняшний день у нас и должно быть вот такая картина, должна быть вот такая картина. Мы установили шаблон, который является официальным шаблоном WooCommerce, и это полноценный, можно сказать, магазин. То есть мы установили шаблон, установили демонстрационную версию магазина, и у нас уже есть товары. То есть вот мы заходим в витрину, и здесь вот в витрине мы практически видим все товары. В дальнейшем мы будем эти демонстрационные товары удалять, но рассмотрим их как примеры. Потому что когда вот, я уже просто из практики знаю, на тренинге у нас три потока уже прошло, сейчас четвертый идет. Я знаю, что если, допустим, человек установил шаблон и делает еще много работы по настройкам, но если человек не видит, вот как этот магазин будет выглядеть, это все как-то грустно. Поэтому мы на первой же лекции устанавливаем демонстрационную версию. То есть демонстрационные товары. И тут уже есть сами товары, есть распродажа, есть кнопки там добавить в корзину, есть разные типы товаров, есть отзывы. И все это мы можем уже посмотреть, как это все будет выглядеть. И так уже интереснее работать с сайтом. Вот. Ну, конечно же, демонстрационные товары будут удаляться, и мы будем загружать свои товары. Ну, каждый будет участник загружать свои. Поэтому, если у вас пока еще не сделана вот эта работа, то есть первая лекция, что мы делали? Хостинг приобретали, доменное имя. Дальше мы загружали на доменное имя WordPress, устанавливали HTTPS, то есть SSL-сертификат, это обязательное условие для интернет-магазина. То есть интернет-магазин без безопасного HTTP, это, ну, практически, можно сказать, нет магазина, да? HTTPS обязательно. Дальше мы устанавливали плагин WooCommerce, устанавливали шаблон бесплатный WooCommerce и вот, собственно, демонстрационную версию магазина, да, с товарами. Вот это мы сделали. Запись есть в клубе, но, как знаете, да, она платная. Если у вас есть доступ, то, соответственно, можете просмотреть и сделать этот
материал. А сейчас мы идем дальше. Да? Итак, сегодняшний у нас урок по настройкам. И настройки будут следующими. Будет как бы две части. Первая часть – настройка основная WordPress. Она не касается магазина. Это общие настройки, которые обязательно нужно сделать на любом сайте, который сделан на WordPress, да, то есть это настройки, общие, написание, чтение, обсуждение, медиафайлы, постоянные ссылки. Плюс нам нужно настроить еще пользователя. Вот этим мы сегодня займемся, настройки общие и настройки пользователя. По ходу мы еще кое-какие вещи сделаем, которые необходимы для корректной работы нашего сайта. Так, приветствую еще Татьяну. Татьяна, здравствуйте, вопрос к вам такой же. Вы были на прошлом занятии? Татьяна. Ну и заодно проверим тоже связь, как вы меня слышите. Да, что-то уже сделали с прошлого занятия? Нет еще. Окей. Ну тогда вам задание, да? То есть просто слушать на самом деле не приведет к результату. А материала будет очень много, и мы все равно делаем большой перерыв, целая неделя. Но когда накапливается, будет слишком сложно все это выполнить сразу. Поэтому старайтесь, вот прослушали материал, сразу же сделали. Вернитесь к первому занятию обязательно и сделайте его, там все несложно. Да? Окей, мы поехали. Итак, настройки общие, чтение, написание и так далее. У меня есть слайды, и вы на слайдах можете потом посмотреть, но я буду показывать здесь вживую, как все это делается. Итак, вот на реальном магазине, реальный магазин, да, который мы создали на прошлом занятии, заходим в административную панель нашего сайта, это WP, дописываем к домену /wp-admin и нажимаем Enter. Дальше мы попадаем вот на такую страничку, где нужно ввести логин и пароль. Если вы не помните пароль, то нужно зайти на хостинг, TimeWeb помните, да? Зайти в старую панель и посмотреть реквизиты сайта. Это мы тоже рассматривали на прошлом занятии, как туда попасть и как посмотреть пароль. Нажимаем «Войти», ну, а лучше на самом деле сохраните, либо где-то запишите, чтобы не терять. Дальше, вот у нас здесь такая, кстати, есть, видите, подсказочка «Добавить методы из зоны доставки». Это немножко пока преждевременно, это мы будем доставку настраивать, но гораздо позже. Поэтому мы можем вот так нажать сюда «Пропустить», чтобы нам вот эта подсказка не мешалась. Дальше, смотрите, вот здесь у нас есть раздел «Консоль», тоже сразу же посмотрим, не касается это нашей лекции, но раз мы на этой страничке, давайте посмотрим, что у нас есть. Во-первых, на каждой странице админки, сейчас я сделаю немножко пошире, чтобы было видно полностью. Вот так. Значит, на каждой странице админки, куда бы вот вы ни перешли с левой стороны, в любой раздел, у нас всегда с правой стороны есть кнопка настройки экрана. И когда вы кликаете по этой кнопке, у вас открывается, выпадает такой блок, где вы можете активировать или деактивировать нужные опции. На каждой странице свои настройки. Вот, например, в разделе «Консоль» главное, у нас здесь есть, вообще на этой странице есть блоки. Видите, да, вот, например, «Добро пожаловать на WordPress». И здесь вот кое-какие ссылочки, там инструкции и так далее. Дальше, на виду, это то, что происходит у вас на сайте, сколько у вас записей, сколько комментариев, страниц на проверке и так далее. С правой стороны, быстрый черновик. Честно признаюсь, вообще не знаю, кто этой штукой пользуется, но это вот просто, если уж вы зашли в админку, такая логика вот у разработчиков WordPress, что вот быстро что-нибудь здесь написать, там, заголовок и мысль какую-то свою, и сохранить. И у вас эта запись попадает в черновик. Но на деле, смотрите, по логике, да, если уж вы вошли в админку, даже из какого-то гаджета, с телефона или, я не знаю, там с чего, да, с планшета, то, ну, вот еще одну кнопку нажать, добавить запись, ну, совсем несложно, согласитесь, да, чтобы вот здесь вот просто написать два поля заполнить. Поэтому логики в этом черновике я не вижу. Если вы им пользуетесь, то можете его оставить. Если нет, то мы сейчас его уберем. Дальше, новости WordPress. Если вы разработчик, то этот блок очень важный. Потому что здесь WordPress публикует новости о том, что происходит с WordPress, какие они внесли новшества, изменения WordPress и так далее. Ну, опять же, здесь, во-первых, на английском все, во-вторых, только для разработчиков полезно. То есть, если вы работаете с кодами, создаете шаблоны, плагины и так далее. Так, друзья, сейчас минутку я водички себе возьму. На секунду.
секунду, отвлекусь сейчас. Так, сейчас не поднесу. Так, я вижу, что экран. Спасибо. Так, значит, смотрите, мы сейчас в админке в разделе «Консоль». Давайте еще раз я зайду сюда. Итак, вот у нас тот сайт, который мы создали на прошлом занятии. Чтобы зайти в админку, в адресной строке дописываем wp-admin и нажимаем Enter. Вводим логин и пароль и попадаем вот на эту страничку. Итак, мы в разделе «Консоль». И вот здесь вот с правой стороны, как я уже сказала, на каждой странице в админке у нас есть настройки экрана. Справа вверху нажимаем на эту кнопку, и у нас здесь есть вот галочки, да? Давайте вот ниже пройдемся, посмотрим. Итак, вот первое, добро пожаловать, можно смело это закрыть, это просто здесь, ну, подсказочки от WordPress, что ли. Закрываем, чтобы нам этот блок не мешался. Дальше, на виду здесь информация о записях, о том, какой шаблон вы используете. Быстрый черновик, вот я уже рассказывала, да, здесь пишется заголовок и текст, и попадает в черновики. Но на самом деле нет смысла в этом блоке, если вы, ну, честно, да, я не пользуюсь и не видела никого, кто пользуется. Если уж в админку вошли, можно уже и в записи зайти и написать заметку быстро, да, там. Не обязательно это делать здесь. Дальше, новости WordPress, это я уже сказала, да, по поводу разработчиков. Тоже, если вы разработчик, то новости оставьте, здесь все по-английски, но очень важная информация. Именно для разработчиков. Если же вы не разработчик, то можно убрать этот блок. Активность. Здесь будут отображаться недавно опубликованные ваши статьи, то есть для быстрого перехода, и свежие комментарии, которые у вас оставлены на сайте. Последние 5 комментариев. Дальше здесь вот есть ссылочки. Ожидающие комментарии, одобренные, спам, корзины и так далее. Недавние отзывы. Это информация об отзывах на товары, то есть это уже блок WooCommerce, и нам он интересен действительно, да, потому что это именно мы создаем интернет-магазин. И, наконец, последний блок – статус WooCommerce. Вот это, пожалуй, самый для нас важный блок, и он находится у нас в самом низу. Поэтому нам его нужно перенести вверх. Но для начала поднимаемся наверх и отключаем то, что нам не нужно. Да? Итак, первое. Первое, отключаем на виду, дальше, ну вот активность, последние ваши записи и комментарии тоже, наверное, в принципе, не важно, да? Недавние отзывы товаров оставляем, статус WooCommerce, вот этот блок, оставляем, быстрый черновик, ну, я для себя его убираю, вы тоже посмотрите, новости мне важны, я оставляю, вы решите, надо вам или нет. Все, смотрите, у нас осталось два блока. Статус WooCommerce и отзывы. Перетаскиваем с помощью ползунка статус WooCommerce. Даже давайте их поменяем местами. Вот так вот сделаем, да? И при входе, получается, в админку, как только вы заходите на главную, вы тут же видите первый блок, это статус WooCommerce. Здесь вы будете видеть, сколько у вас продаж в месяц, количество заказов ожидают проверки, количество товаров, которые заканчиваются, заказов на удержание и нет в наличии товаров. Ну, про товары мы будем позже все смотреть, да, и вот эти все значки вы будете понимать, что это значит. Вот, для меня, вот, допустим, для интернет-магазина вот это самый оптимальный набор. Ну, еще у меня есть новости WordPress, потому что мне это важно. Вот, настройте так, как вам нужно, и идем дальше. Это вот первую настройку мы сделали, да. Давайте, знаете, что еще немножко пройдемся по... обзор сделаем, да, что здесь у нас появилось нового. Вы все знакомы с WordPress, да, у вас блоги есть, вы знаете, что такое записи, медиафайлы, страницы создавали, комментарии, вы работаете здесь, да, с комментариями, отвечаете на них. Внешний вид здесь, темы, да, настройки, виджеты, меню и так далее, это все мы тоже будем проходить. Вот, плагины, здесь мы загружаем плагины, пользователи сегодня мы настроим, инструменты мы уже пользовались, сделали импорт товаров. И настройки мы сегодня пройдем. Так вот, смотрите, у нас появилось, когда мы установили WooCommerce, появилось два раздела. WooCommerce и товары. Вот в основном с этими двумя разделами мы и будем работать после того, как все настроим. Сам WordPress, когда мы сделаем настройки, потом пользователи, потом установим плагины.
Вот, и после этого мы будем работать вот с этими двумя разделами, то есть настройки, там заказы, купоны, товары и, собственно, сами товары, создание товара. Сейчас, друзья, минуточку, буквально секунду. Так, у нас подтянулись еще Вера, смотрю, да. Здравствуйте, Марина, здравствуйте. Замечательно, что вы к нам присоединились. Хорошо. Что-то весна пришла, целую зиму не болела, а тут раз и простыла. Видимо, обрадовалась, что будет тепло. Хорошо, идем дальше. Значит, смотрите, мы настроили интерфейс, да? Нашей консоли. Кстати, вот здесь в консоли еще есть обновление. Тоже не забывайте периодически заходить вот в этот раздел обновления и просматривать, что нового пришло на ваш сайт. Да? Допустим, смотрите, здесь обновление плагины. Обязательно обновляйте плагины и темы. Но одну подсказочку сделаю. Смотрите, когда, допустим, приходит свежая версия WordPress, и вот в этом разделе у вас появляется, что обновите WordPress, то сначала обновляйте WordPress, и только потом плагины и темы. Никогда не наоборот, да? Если у вас установлена свежая версия WordPress, то обновляйте плагины и темы. Все нормально с этим, да? Еще момент тоже. Обращайте внимание на версию WordPress. WordPress у нас обязательно нужно, конечно же, обновлять. Обновления приходят по разным причинам. Есть исправление ошибок, есть добавление нового функционала и так далее, и так далее. Да? И обновляться в любом случае нужно. Но когда идет глобальное обновление, то обратите внимание, видите, здесь цифр много. Вот 4.7.4. Да? Это значит, что версия сейчас четвертая, подверсия седьмая и подверсия четвертая. Вот глобальное обновление, это когда будет 5.0. Это вообще вот совершенно будет новый WordPress, новым каким-то там функционалом, выйдет новый, скорее всего, шаблон дополнительный и так далее. Когда выходит глобальное обновление, старайтесь сразу не обновляться. Подождите недельку-две, потому что после глобального обновления сразу же идет подверсии исправления ошибок. И у каждой подверсии есть еще, будет еще куча подверсий, которые тоже вот исправляют какие-то, добавляют исправления, добавления и так далее. Я как разработчик могу сказать вам так, что когда выпускается глобальное обновление, какие бы замечательные, гениальные программисты ни были, всегда будут ошибки. Этого просто не избежать. Поэтому у нас так происходит с нашим шаблоном AB Inspiration, так происходит с нашими плагинами. Если идет глобальное обновление, всегда, особенно когда добавляется новый функционал, всегда дайте время на исправление ошибок. Вы увидите, как быстро начнется, быстро добавляться новые версии, они будут буквально чуть ли не каждый день. Это значит, что вот разработчики быстренько-быстренько исправляют ошибочки, которые находят пользователи. И как только ошибки все исправлены, как только вы видите, что все остановилось и больше нет вот этих вот выходов под версий, спокойно обновляйтесь. И после этого уже обновляйте плагины, но никак не наоборот. Понятно, да? Потому что все плагины, они тоже, как правило, обновляются под WordPress. То есть WordPress выпускает какой-то новый функционал, и плагины тоже, разработчики плагинов тоже как бы подгоняют свои работы под новые требования. То же самое и с шаблонами. Итак, вот у нас есть новые версии, свежая версия WordPress, все замечательно. Плагины у нас здесь новые вышли, мы их обновляем, отмечаем галочками, нажимаем «Обновить плагины». Ждем, когда все обновится, не торопимся. Это может занять какое-то время, но делайте это обязательно. Дальше снова переходим в обновление, и здесь у нас есть еще
обновление, предупреждение об обновлении на шаблон. Смотрите, мы его не используем, вот эту тему 2017. Это тема по умолчанию, которая разрабатывается с самими разработчиками WordPress. И, как правило, вот шаблоны тоже обновляются, тоже какие-то ошибочки исправляются, тоже их обновляйте, даже если вы не используете этот шаблон. Дело в том, что те шаблоны, которые у вас лежат вот здесь во внешнем виде темы, давайте перейдем, посмотрим. Вот видите, сколько у меня их тут, да? Они установились автоматически. И вот все вот эти шаблоны, они реально находятся на хостинге в моей папке. Вот они физически там лежат, понимаете, да? И если, допустим, опять же, вот этот шаблон, который лежит у меня в папке, и если разработчики исправили там какую-то ошибку, например, которую обнаружили когда-то хакеры и смогли влезть на чей-то хостинг благодаря этой ошибке, разработчики это исправили и теперь предоставили обновление. Конечно же, надо обновиться, даже если не используете. Конечно, это я так придумала такую историю, да, не факт, что обновление по, именно по этой причине пришло, может быть, что-то добавилось новенькое, что-то, какой-то функционал и так далее. Но, тем не менее, от греха подальше, да, если пришло обновление даже шаблона, который вы не используете, все равно обновляйте. Вы можете это сделать на странице «Внешний вид темы», просто нажать вот сюда «Обновить сейчас», да, либо в консоли, как я уже говорила, в разделе «Обновление», вот здесь вот помечено «1», и там тоже отметить галочкой нажать «Обновить». Давайте сделаем это здесь. Нажимаем «Обновить сейчас», происходит обновление темы, тоже ждем, не переключаемся, чтобы все обновилось. Все, обновлено, да? Теперь у нас в консоли ничего нет, все чистенько. Так, идем дальше. Следующий момент, который мы в настройках сделаем, это в разделе, собственно, «Настройки». Здесь у нас несколько подразделов: «Общее написание, чтение, обсуждение», «Медиафайлы» и «Постоянные ссылки». Давайте начнем сначала «Общее». Здесь мы должны написать название сайта, краткое описание. Этот текст важен как для поисковиков, так и на самом сайте, собственно, отображается. Давайте я открою сайт в новой вкладке, и этот текст отображается вот здесь с левой стороны. В дальнейшем вы сможете вот этот текст заменить на картинку. Мы будем обязательно проходить изменения внешнего вида. Вот этот шаблон позволяет тоже менять внешний вид, так же, как шаблон об Inspiration. Не в таком, конечно, объеме, но тем не менее, да? Например, шапку можно здесь заменить, цвет можно заменить и так далее. И мы в дальнейшем, когда будем проходить изменения внешнего вида, обязательно посмотрим, как вот этот текст заменить на картинку. То есть создать картинку, логотип, Photoshop. Ну, мы не будем разбирать, как создавать эту картинку, а как вот картинку созданную вставить вместо текста. А сейчас нам нужно просто написать здесь толковый текст, который отобразит суть нашего магазина. Итак, заголовок, название сайта. Здесь мы пишем название нашего магазина. Ну, например, давайте я буду, к примеру, создавать, так как у нас VP Marketplace, да, домен. Ну, я буду создавать, давайте, сайт по продаже японского порошкового чая матча. Просто у нас уже есть такой сайт, но я на примере буду здесь тоже делать, да? Так и пишем. Заголовок у нас будет, например, матча чай. Описание будет, допустим, порошковый японский зеленый чай, да? Нет, японский, наверное, сначала порошковый. Ну вот пусть будет и так. Порошковый зеленый чай. Пусть будет вот так, да? То есть смотрите, заголовок, название, идет название магазина, и краткое описание, это, собственно, описывает, что, собственно, за название, более подробное. Далее, адрес WordPress. Здесь обязательно добавьте буковку S, если в прошлом занятии не добавили, забыли, да? И вот здесь обязательно S. Да? Проверьте, чтобы у вас адрес обязательно был с HTTPS. Дальше, адрес e-mail. Здесь вы указываете ваш e-mail. Дальше спускаемся ниже и... Так, сейчас я думаю, знаете что, вам нужно обязательно будет создать e-mail адрес вашего домена.
Но это мы на одном из следующих занятий посмотрим. Окей, там очень важный есть момент. Нужно создать на хостинге e-mail адрес вашего домена, чтобы у вас был адрес что-то вроде админ, собачка и доменное имя. Например, в моем случае marketplace.ru. Да? А для чего это делается? Этот адрес будет использоваться в контактной форме. И, ну, и вообще такой адрес очень важно сделать, потому что когда будут приходить письма заказчикам, важно, чтобы обратный адрес был вашего домена. Тогда это будет больше вызывать доверие, да, это что-то серьезное, это интернет-магазин, а не просто какая-то шарашкина контора, да, где бесплатный адрес, там, gmail.com, например. Вот, это очень важно на самом деле, и такой адрес нужно обязательно сдать, ну, создать, но мы будем это делать на одном из следующих занятий. Пока оставьте здесь адрес, какой у вас есть, неважно, любой, да, gmail.com. В дальнейшем мы создадим вот такой другой адрес и его заменим. Итак, идем дальше. Обычно, кстати, делается адрес не админ, а info. Info, собачка и адрес домена. Так, дальше. Роль нового пользователя оставляем подписчик. Часовой пояс. Здесь важно выбрать правильно часовой пояс. Как он выбирается? Значит, смотрите, плюс 3. Это Москва. Плюс 3. Проверить, правильно ли вы выбрали часовой пояс, можно по вот данному местному времени. Вот это местное время, 20-24, у меня 38, прошу прощения, должно совпадать со временем на вашем компьютере. То есть смотрите, вот у меня сейчас написано здесь 20-24, ну на компьютере у меня 20-29, потому что я уже на этой странице 5 минут. Да? То есть в принципе совпадает по часам. Поэтому смотрите, если вы, например, у вас одинаковое время с Москвой, выбираем UTC плюс 3. Если у вас, например, с Москвой разница 3 часа, то у вас будет, вы должны выбрать UTC плюс 6. Понятно, да? То есть Москва начинается с плюс 3. Дальше, если у вас 3 часа, то, соответственно, 6. Если там 8, то дальше, да? То есть прибавляем еще 3. Потом, когда вы выбрали, нажимаем на кнопку «Сохранить изменения» и смотрим вот здесь местное время. Оно должно совпасть со временем на вашем компьютере. Все, если совпадает, значит, все правильно выбрали. Дальше идем. Формат даты. Здесь отмечаем галочку «Произвольно», удаляем отсюда все, что здесь написано, и пишем следующий текст. Текст J, пробел, F большое, пробел, Y. И это нам даст вот такой формат времени. 11 мая 2017 год. Это так, больше по-русски, да? Дальше, формат времени. Это был формат даты, формат времени. Оставляем военное время 20, 24, 24-часовое, потому что второй вариант мы в России не используем. Будет называться он H, двоеточие I. Это код. Код данного вывода времени. Дальше, первый день недели оставляем понедельник традиционно и язык сайта русский. Ну, если у вас он отличается от русского, там украинский, например, да, у нас на тренинге много было из Украины людей, то выбирайте, соответственно, свой язык сайта. Можете выбрать, точнее. Дальше, обязательно после всех изменений нажимаем «Сохранить изменения». Хорошо, идем дальше. Написание. Написание. В этом разделе здесь нужно заполнить следующие поля. Первое. Основная рубрика. Здесь мы выбираем рубрику для записи, для статей, которая будет по умолчанию. Обратите внимание, что у нас рубрика здесь называется «Без рубрики». Если мы перейдем сейчас в раздел «Записи рубрики», давайте откроем в новой вкладке, перейдем сюда, то здесь у нас вот есть вот она рубрика единственная. Она была создана автоматически. Мы ничего не делали для того, чтобы создать эту рубрику. И она, ну, называется вот таким образом, да, без рубрики. То есть ни о чем, грубо говоря. Давайте ее сразу же сейчас переименуем, чтобы у нас рубрика по умолчанию для нашего магазина была, к примеру, акции и новости. И в эту рубрику вы будете публиковать записи, то есть статьи о новинках, которые к вам пришли в магазин, о
не знаю, там, скидках, которые вы организуете в своем магазине и так далее, о товарах, да. В дальнейшем вы сможете создать и другие рубрики, конечно же, в которых будете публиковать статьи, а вот эту именно переименуем как акции и новости. Нажимаем «Изменить», наводим ссылочку, нажимаем «Изменить», и вот здесь вот пишем «Акции и новости». «Акции и новости». Ярлык. Здесь обязательно тоже уберите текст и напишите то же самое, но по-английски, то есть английскими буквами, латиницей. Ой, сейчас, минуточку. Сегодня я покажу вам, как установить специальный плагин, который будет вот эту работу делать за вас. Называется он Rustulat и предназначен специально для как бы трансформации кириллицы в латиницу в адресе. Ярлык – это, собственно, адрес будет, да, в адресе использоваться. Шаблон AB Inspiration – этот функционал встроен, поэтому пользователи шаблона AB Inspiration, те, кто сейчас проходят тренинг по созданию интернет-магазина на шаблоне AB Inspiration, они вот это вручную не пишут, конечно, вот это все нет. Они просто так вот удаляют и сохраняют, и все это автоматически сюда подставляется. Но поскольку мы используем простой шаблон, бесплатный, то нам нужно вот это все вручную здесь прописать. Но в дальнейшем я покажу специальный плагин, который будет это делать за вас. Все, нажимаем «Обновить» и переходим снова в настройки нашего сайта, в написание. Давайте сохраним изменения и посмотрим, что теперь у нас стало. Посмотрите, основная рубрика у нас стала «Акции и новости». О, поменялось. Дальше основной формат записи стандартный оставляем. Дальше публикация через e-mail пропускаем, это не надо нам. И здесь дальше сервисы обновлений. Вот здесь вот желательно ставить список из специальных ссылок на обновления. В записи уже в клубе мы разместим этот список, и вы просто его скопируете и вставите сюда. Вставите сюда. Я же сейчас просто возьму готовый список, заодно вам покажу, вот сейчас я захожу в тренинговый центр. Так, не туда зашла. ВП-блог – это, собственно, сайт, на котором наши ученики учатся, да? Просматривают видеоуроки. Сейчас я зайду вот на тренинг 3, скопирую. Так, это мы проходили, наверное, во втором или в третьем занятии. Так, сейчас, минуточку. Базовая настройка. Да, вот у нас вот список здесь видеоуроков идет, по которым наши ученики на тренинге все вот это вот проделывают. Ну, у нас немножко по-другому все идет. Я просто скопирую вот этот адреса. Вам же мы их дадим тоже в клубе. То есть вы найдете вот такой список, просто вот сюда его вставляете. Вот сюда. И нажимаете «Сохранить изменения». Вот, собственно, вся настройка раздела написания. Дальше чтение, раздел чтения. Здесь мы настраиваем то, как будет выглядеть у нас главная страница и страница с записями. Сейчас мы пока оставим здесь все как есть, но в дальнейшем мы к этой настройке вернемся, когда будем создавать отдельно главную страницу, статическую. Для примера сейчас покажу просто, как это выглядит на сайтах наших сайтов, да, точнее учеников, которые прошли тренинг. У нас будет немножко это по-другому, потому что это шаблон AB Inspiration, но мы тоже постараемся сделать что-то на главной странице, что будет как бы отличаться от просто магазина. Вот смотрите, на главной странице здесь, ну, слайды поставлены, форма подписки и так далее, да, выведены какие-то товары. Вот, ну или вот такой, да. То есть главная страница – это статическая страница с некой информацией, которую мы выводим. Вот такая, да? Или вот матча-чай. Тоже, да, вот страничка, заголовок, слайды, там какие-то блоки с информацией, товары
и так далее. Отличается эта главная страница от страницы с блогом тем, что блоги просто перечисляются статьи, например, вот здесь, да, смотрите, у нас идут статьи и боковая колонка. Это страница блога. Главное же это страница магазина. Также главной магазина мы можем сделать страницу с товарами просто, да. Поэтому смотрите, вот если вы хотите главный магазина сделать в виде магазина, да, чтобы на главной странице отображались не статьи, как сейчас, давайте я вам покажу, да, вот сейчас на главную страницу, когда мы приходим, вот так, да, у нас здесь статьи, вообще ни о чем, да, по идее у нас должен быть магазин, а у нас здесь статьи. То мы можем сделать следующее, смотрите, значит, в настройках ставим галочку «Статическая страница», дальше «Страница главная», выбираем «Витрина», «Витрина», и «Страница для записи», нам нужно выбрать здесь блок, но у нас ее здесь нет. Нам нужно создать отдельную страницу для вывода статей, записей. Пока на этом этапе давайте сохраним изменения. И прежде всего перейдем в страницы и переименуем страницу витрина, потому что так на самом деле никто не называет магазин. Это вот автоматически создалась страница с названием витрина, но мы назовем ее по-другому. Итак, давайте сейчас на этом этапе посмотрим, как выглядит главная страница. Переходим на сайт. Кликаем на главную страницу, и вот теперь у нас здесь отображаются товары. Уже не статьи, а товары сразу же на главной странице. Видите, да? Но у нас нет страницы с нашими статьями, что не очень хорошо, да? Итак, для того, чтобы нам вывести специальную, сделать страницу для статей и переименовать вот страницу витрина на название, например, магазин или все товары или еще как-то, да, нам нужно сделать следующее. Переходим в настройки, переходим в раздел страницы, дальше находим страницу витрина, нажимаем изменить и пишем здесь вместо витрина что-нибудь такое человеческое, да, как обычно называют, например, магазин. Можете назвать как хотите, можете назвать не магазин, а все товары, например, или каталог, или еще как-то, да. Нажимаем обновить. Все, магазин мы поменяли. Давайте посмотрим, как теперь это выглядит. Смотрите, раньше была витрина. Теперь переходим на главную страницу, называется магазин. Хорошо. И теперь давайте создадим новую страницу, которая будет содержать в себе ленту статей, записей. Да? Нажимаем добавить новую. Пишем здесь блок. Дальше нажимаем просто опубликовать. Кстати, здесь вот смотрите, есть шаблон на всю ширину. Если хотите, можете его использовать. Нажимаем «Опубликовать». Ну, тогда будет без боковой колонки, да? Дальше переходим в настройки чтения. И вот здесь страница записи, выбираем блок. Нажимаем «Сохранить изменения». Переходим на сайт, обновляем страницу. Все, у нас появилась страница блок в меню. Переходим на блог, и здесь у нас записи. На странице главное у нас товары. Все логично теперь, да? Дальше переходим обратно в настройки. На страницах блога 10 записей. Стандартное количество. Это имеется в виду, когда на странице блог, какое количество записей будет отображаться. Если хотите меньше, укажите меньше. Но обычно 10. Дальше в ленте тоже оставьте 10. И для каждой статьи в RSS-ленте отображать, сделайте анонс. Анонс, чтобы не вся статья в RSS-ленте отображалась, а только первые несколько абзацев. Это будет необходимо для настройки RSS-ленты и подписки на рассылку. То есть мы даже это будем делать в одном из занятий, уже не помню, там где-то 20-е будет у нас. Мы будем подключать рассылку, и там будет важно вот именно, чтобы был анонс, да, не вся статья анонс. Дальше, видимость для поисковых систем. Здесь вы можете поставить галочку, и тогда поисковые системы пока временно не будут индексировать ваш сайт. Это не факт, что поисковики будут учитывать этот запрет, но все зависит от поисковиков. Но если хотите все-таки уменьшить количество интереса со стороны поисковых систем, поставьте здесь галочку, пока вы настраиваете сайт. Как только сайт будет готов, можете галочку здесь убрать.
Ну, на самом деле, я не вижу здесь сильно большой какой-то, не знаю, трагедии, если галочки здесь нет, ну и пусть поисковики смотрят, индексируют. На самом деле, сейчас все обновляется очень быстро, и даже если проиндексируются ваши тестовые товары, они очень быстро уйдут, как только вы их удалите. Уйдут в смысле из поисковой системы. Поэтому на ваше усмотрение, если ставите здесь галочку, не забудьте потом ее просто убрать. Так, дальше сохраняем изменения и идем дальше. Переходим в раздел обсуждения. Здесь мы настраиваем работу наших комментариев. Сразу же убираем здесь две галочки вот эти. Это трекбеки и пинбеки. Они нам не нужны. Они используются спамерами. К сожалению, система очень сильно не защищена. Поэтому убираем смело. Третью галочку обязательно оставляем. Дальше другие настройки комментариев. Здесь оставляем тоже как есть. Ничего менять не нужно. Дальше. Отправить мне письмо когда? Оставляем галочки, и тогда система будет отправлять письма, когда кто-то оставил комментарий, и комментарий ожидает проверки. Дальше. Комментарий должен быть одобрен вручную. Здесь тоже можете поставить галочку, и тогда каждый комментарий, который будет написан на вашем сайте, будет отправляться в папку ожидающей проверки. И вы должны будете зайти в эту папку. Это находится вот здесь в комментариях. Давайте посмотрим. Вот здесь в комментариях. То есть все будут находиться вот здесь в ожидающие. И когда вы будете приходить на сайт, переходите в ожидающие. Здесь будет отмечена циферка, да, написано будет, сколько ожидающих вашего одобрения. И если комментарий нормальный, вы видите, что это не спам, нажимаем «Одобрить». Вот так нужно будет делать каждый комментарий, если вы здесь вот ставите галочку. Ой, точнее, вот здесь, да, вручную. Если не ставите, тогда будет проверка по количеству написанных и одобренных комментариев. Если автор имел ранее одобренный комментарий, то он автоматически, комментарий будет одобрен. Если нет, то будет опять же проверка. Вот я обычно ставлю здесь галочку, мне несложно зайти в комментарий и одобрить. Все равно, потому что каждый день на сайте работаешь. Дальше. Модерация комментариев. Здесь на самом деле вы можете поставить комментарий в очередь, если содержит больше там двух ссылок и так далее, и так далее. На самом деле вот это все, вот этот черный список, не заморачивайтесь с этими делами, потому что мы поставим плагин, который называется Акисмет. Это мощнейший плагин по антиспаму, и он защитит как надо. Не надо вот здесь никаких списков создавать, это какие-то вот крайние уже совсем случаи. Вот, обычно сейчас уже эта система очень хорошо работает и спамеров ловит как надо. Поэтому спускаемся дальше. Аватары. Здесь обязательно поставьте галочку, здесь показывать аватары. G подходит для любой аудитории. И выбираем аватар по умолчанию. Человек-загадка, пустой и так далее. Как будет выглядеть аватарка, если нет фотографии? Ну, обычно вот первую выбирают. Все, сохраняем изменения и идем дальше. Медиафайлы здесь ничего менять не нужно, оставляем все как есть. И постоянные ссылки. Постоянные ссылки здесь нужно выбрать название записи. Название записи. Вот этот момент, да? Название записи. Вот. И дальше спускаемся ниже. Сейчас я поясню, как это будет выглядеть и что нужно сделать, чтобы это было привлекательно. А пока спускаемся ниже. И здесь еще одна есть настроечка. Постоянные ссылки товаров. То есть в блоге этого нет, это дополнительные уже опции, которые установил плагин WooCommerce. Итак, здесь важно выбрать опцию «База магазина». То есть по умолчанию у нас отмечено, да, нужно выбрать «База магазина», чтобы вот здесь вот произвольно появилась «Shop». Нажимаем «Сохранить изменения». Итак, давайте сейчас на этом этапе посмотрим, что у нас с постоянными ссылками. Итак, постоянные ссылки это когда, допустим, мы переходим на какую-нибудь страницу, и в адресной строке у нас появляется название страницы. Вот видите, в данном случае мы перешли на страницу блог, и она так и называется, блог. Переходим на статью, и в статье у нас тоже появляется название статьи. Видите, да? Это постоянные ссылки. Но обратите внимание, что у нас здесь вот в адресной строке все это на русском языке, то есть кириллицей. Смотрите, что происходит, когда я копирую
Почему, кстати, нельзя использовать кириллицу здесь? Я копирую и, например, вам в чате сейчас скину эту ссылочку. Вот смотрите, что превратилось в чате. Посмотрите сейчас, я вам скинула ссылочку. По ней не надо переходить. Просто обратите внимание, что превратилось вместо «Привет, мир». Вот здесь абракатабра, видите, да? Абракатабра. Это вот так трансформирует, к сожалению, русский текст, кириллицу. Когда при копировании куда-то вы вставляете вот скопированный адрес с кириллицей и так далее. То есть все это получается не очень привлекательно. Поэтому очень важно, чтобы в адресной строке была не кириллица, а латиница. Вот вместо «Привет, мир» должно быть написано латиницей «Привет-мир». В шаблоне AB Inspiration, как вы знаете, у нас это делается автоматически. У нас встроен такой функционал, и наши пользователи об этом, собственно, и не заботятся даже, да? Я даже и не рассказываю, что это надо делать. Вот. Но поскольку мы сейчас используем чужой шаблон, здесь такого функционала, конечно же, нет, поэтому нам надо об этом позаботиться. Для этого мы установим специальный плагин. Итак, переходим в настройки, переходим в раздел «Плагины», «Добавить новый». «Добавить новый». Нажимаем, точнее, в поле поиска вводим «Рустулат». «Рустулат». Так, сейчас я вам вышлю ссылочку, точнее, название. Сохраните у себя где-нибудь. Еще раз, да, для шаблона AB Inspiration эта штука не нужна. Не путайте, да, это мы делаем вот для сторонних шаблонов. Итак, «Рустулат», и тут в списочке ищем название. Вот оно, «Рустулат». Давайте я даже вам вот такое название вышлю, чтобы у вас прям вот совпадало. Скопируйте, да? «Рус-ту-лат». Давайте даже вот так сделаем здесь, чтобы у нас он был первый. Нет, все равно не первый, да? Делаем вот здесь все равно. Ну ладно, вот здесь, в общем, да? Вот этот «Рустулат». Нажимаем «Установить». На всякий случай, Антон... Скоробогатов. Скоробогатов, да? Нажимаем «Установить». Ждем. И «Активировать». Все, мы активировали специальный плагин «Рустулат». Давайте посмотрим, как он теперь работает. Итак, смотрите. Сейчас у нас была «Привет, мир» запись с кириллицей в адресе. Нажимаем «Редактировать», то есть мы на этой записи находимся. Вверху в панели нажимаем «Редактировать запись». Вот, и все, что нам нужно, это просто нажать «Обновить». Смотрите, видите, в адресе все поменялось. Давайте теперь посмотрим запись, нажимаем «Просмотреть запись». И, как видите, вот в адресной строке у нас латиница. Теперь при создании новой статьи у вас автоматически в адресе будет повторяться заголовок статьи, переведенный в латиницу. Теперь переходим в блог. Смотрите, у нас страница «Блог» называется. Нажимаем «Редактировать страницу» и нажимаем «Обновить». «Обновить». Посмотреть страницу. И теперь у нас вместо русских кириллицы появилась латиница. Все, больше мы вроде бы ничего не создавали, да? И у нас все теперь на латинице. Теперь второй момент я хочу объяснить по настройке постоянных ссылок магазина. Помните, да, что мы выбрали вот здесь в настройках постоянные ссылки. Мы выбрали базу магазина, да, шоп. Давайте посмотрим, как сейчас это работает. Итак, когда мы переходим на страницу товаром, давайте вот любой товар откроем, то у нас в адресной строке, смотрите, сначала идет доменное имя, потом идет шоп, и затем название уже продукта. Вот, собственно, название продукта. И когда, допустим, наш покупатель захочет убрать название продукта и перейти на страницу шоп, то он попадает на страницу магазина. Ничего, собственно, плохого не происходит, да? То есть он был на странице товара, убрал название товара, перешел в магазин, получилась страница магазина. Что происходит, когда мы выбираем вот по умолчанию, как у нас было в начале? Нажимаем «Сохранить изменения».
переходим на сайт, переходим на главную страницу, переходим на товар, и у нас теперь вот здесь вот в адресе product, слово продукт. Допустим, по какой-то причине наш покупатель убирает название продукта и хочет перейти, как он думает, в категорию, в каталог всех продуктов. У него остается в адресе домен и продукт. Кликает Enter и попадает на страницу, которой не существует. Которая не существует. Вероятность того, что так будут делать, может быть не очень велика, но она все-таки есть. Потому что многие считают, что если в адресе появилось вот в промежутке какое-то слово, это означает, что данная страница содержит некий каталог тех товаров, которые, там, не знаю, или продуктов, или магазины и так далее. И такое иногда делают. И нежелательно, чтобы у вас, допустим, страница оказалась не найдена. Поэтому самый лучший вариант – это выбрать шоп. Страница шоп у нас есть, да, как мы уже выяснили. Это страница с магазином. И таким образом у нас получается адрес, наш домен, шоп и название продукта. Очень все здорово. Нажимаем «Сохранить изменения», и вот этот вариант уже оттестирован, это самый лучший шоп. Так, идем дальше. Итак, с настройками, друзья, скажите, все ли понятно с настройками? Заодно проверим, все у нас тут или все уснули. Ну и вообще, кто слушает? Сейчас понятно, пишет Татьяна, и Татьяна у нас, похоже, одна. Нет, Людмила еще есть. Хорошо. Все есть, Вера есть, отлично. Хорошо. Итак, сегодня вторая тема, вторая, скажем так, часть нашего занятия – это пользователи. Тоже важная настройка, мы сейчас ее пройдем, чтобы уже больше просто не касаться. Итак, переходим в раздел «Пользователи», «Все пользователи». Здесь у нас будет отображаться список всех наших покупателей. Если мы сделаем настройку, чтобы они регистрировались, но мы обязательно это сделаем. Вот. А также, пока еще нет покупателей, есть администратор, то есть вы. И нам нужно настроить, как этот администратор будет выглядеть. Нажимаем «Изменить». Здесь вы можете решить, как будет выглядеть ваша админка. Вы здесь покликаете, посмотрите, какая вам цветовая гамма больше нравится. Я оставлю по умолчанию, но мне нравится больше всех. Дальше, верхняя панель, это если вы хотите отключить черную панель, когда вы заходите под своим логином и паролем, вот здесь у вас есть такая панель черная для быстрого перехода в админку. Очень удобно и не нужно бояться, что она появляется. Она появляется только для вас, когда вы вошли под своим логином и паролем. То есть ее сторонние посетители сайта не видят, ее не видно. Поэтому отключать ее нет смысла. Но если очень хочется, то вы можете здесь поставить галочку, точнее убрать ее, и тогда этой панели не будет. Я ей пользуюсь, поэтому я оставлю. Язык основной, выберите язык вашего сайта обязательно. Дальше имя. Напишите имя администратора сайта. Оно будет отображаться в комментариях, которые вы будете писать, отвечать, точнее, на отзывы, на комментарии и так далее. Поэтому здесь должно быть написано имя человека, который будет реально администрировать ваш сайт. Некоторые, знаете, вот у нас, кто создавали сайты, писали не свое имя и фамилию, а писали название сайта. То есть, например, вот точно знаю, что Арамелия у нас. Арамелия – это по продаже масел, да, эфирных масел. У них, по-моему, так и называется, просто Арамелия по названию сайта. Вы же можете написать либо свое имя, либо имя администратора. Ну, я обычно пишу свое имя, поэтому здесь будет мое. Дальше, ник оставляем, отображать как. Выбираем, как будет отображаться ваше имя. Обычно это сочетание имени и фамилии. Дальше, e-mail. Здесь обязательно нужно указать e-mail вашего Gravatar. То есть вам нужно зарегистрироваться в Gravatar, чтобы вот здесь отобразилась фотография. Сейчас я на слайдах покажу, как это сделать. Дальше, сайт. Прописываем здесь адрес вашего сайта. Копируем его, вставляем. Биографию не нужно писать, фотография появится автоматически, когда вы пропишете здесь e-mail, который зарегистрируете в Gravatar. Дальше здесь вы можете создать новый пароль, если хотите. Вообще рекомендуется делать это хотя бы раз в месяц, то есть заходить в этот раздел и менять пароль. Все, спускаемся в самый низ и нажимаем «Обновить профиль».
Дальше следующим шагом нам нужно зарегистрироваться в сервисе Gravatar, чтобы вот этот e-mail, да, ваш e-mail зарегистрировать Gravatar, чтобы отобразилась здесь фотография. Для этого кликните по ссылке Gravatar, откроем в новой вкладке, и здесь нужно будет сделать следующие настройки. Первое. Нажимаем «Создать собственный Gravatar». Если вы уже регистрировались когда-то, создавали сайт, регистрировались в Gravatar или там настраивали Акисмет, то вам нужно, у вас наверняка уже зарегистрирован здесь e-mail. Возможно, да, я не знаю, но возможно. Если это так, то любой какой-то e-mail. Тогда просто нажимаем на ссылку «I already have a WordPress.com account». Вводим сюда свой e-mail, пароль и нажимаем залогиниться, да, войти. Если по какой-то причине вы не помните пароль, но точно знаете, что вы зарегистрированы, то нажимаете I forgot my password и проходите череду там определенную инструкцию по инструкции, как восстановить пароль. Прошу прощения. Если же вы не уверены, зарегистрировали вы e-mail или нет, то есть вы не знаете, тогда переходим снова создать новый аккаунт и вот здесь вот прописываем ваш e-mail. Придумываете там имя пользователя, придумываете пароль и нажимаете sign up. Тогда, если ваш e-mail зарегистрирован в системе, например, давайте я вот этот возьму, который я наверняка знаю, что зарегистрирован. Смотрите, я ввожу свой e-mail, и происходит проверка. Видите, прямо здесь же. И написано, этот e-mail уже зарегистрирован. Зарегистрирован. Вот такую проверочку сделаете. Если да, действительно зарегистрирован, все, тогда переходите логин, сюда вставляете, пишите I forgot my password, и восстанавливаете свой пароль. Пишите сюда e-mail, создать новый пароль, приходит вам письмо, там его активируете, придумываете новый пароль и так далее. Там стандартная вообще процедура. Вот, это в случае, если у вас уже зарегистрирован e-mail. Если же обнаружилось, что e-mail не зарегистрирован, то проходим регистрацию. Вписываем сюда e-mail, имя пользователя, пароль, нажимаем sign up. Так, а дальше я буду показывать на слайдах, потому что у меня уже очень много всего там зарегистрировано. И я покажу просто на слайдах. Сейчас минуточку откроется. Так, это мы уже все сделали. Итак, входим, да? Так, посмотрим с регистрацией все-таки сначала. Так, после того, как вы... заходите, после того, как вы зарегистрировались, нажимаете «Войти» на сайте Gravatar. Далее вводите свой e-mail и пароль. Дальше вы попадаете на страничку, где нужно нажать на ссылку «Add a new image», добавить новую фотографию. Дальше «Upload new», нажимаете на кнопку и загружаете изображение. Нажимаете «Выберите файл». Выбираете его с компьютера, нажимаете «Далее», и дальше вам нужно просто с помощью ползунка определить область отображения вашего, ну, вашего профиля, да, лица. Справа, слева, вверху и так далее. Картинка должна быть как квадратной. Нажимаем на кнопку «Обрезать и завершить». «Обрезать и завершить». Дальше выбираем опцию «G», это для всех типов сайтов, для всех типов контента. Дальше здесь у вас появляется фотография, и вы просто ее как бы, ну, выбираете, да, фотографию, которая будет прикреплена к вашему e-mail. Если же вам нужно добавить новый e-mail, то есть смотрите, вы определили, что у вас есть регистрация в Gravatar, и вы бы хотели зарегистрировать еще один e-mail специально для вашего магазина и добавить другую фотографию. Тогда вы заходите снова в админку вашего Gravatar и нажимаете сюда на ссылочку «Add e-mail address», «Добавить e-mail адрес». Дальше вводите сюда свой e-mail адрес, нажимаете «Добавить». Приходит вам письмо, идете на почту, подтверждаете.
Вот так вот будет ссылочка. Кликайте по этой ссылочке. Все, и у вас появилась вот новый e-mail. То есть был вот здесь e-mail, да? Теперь у вас еще один e-mail появился, куда вы можете еще одну фотографию добавить. Вы либо добавляете какую-то другую фотографию, как, например, вот сделали Арамели, они сделали не фото человека, а логотипчик, да, логотип своей компании. Вот, тоже можете сделать, да, под специальный e-mail сделать логотип. Вот, ну, либо свое фото, да, фото администратора. Загружаете, либо выбираете из того, что у вас уже загружено. Все, если хотите добавить, то нажимаете Add New Image, и там все по порядку снова делаете. Нажимаете подтвердить выбранную фотографию. Теперь у вас новый e-mail и фотография. То есть к этому e-mail прикреплена фотография. Дальше вам нужно вернуться снова в профиль, вот сюда, да, и здесь прописать в e-mail в поле e-mail тот e-mail, который вы зарегистрировали в Gravatar, к которому прикреплена фотография. После этого сохраняете обязательно, обновляете профиль, и вот здесь у вас появится фотография, ваше фото. Все, друзья, вот с этой настройкой мы завершили. Это основная базовая настройка нашей админки. И дальше следующее занятие у нас состоится. Сейчас, минуточку, я переключу слайд. Состоится на следующей неделе, 18 мая, в четверг, в 20:00, и мы продолжим настраивать наш сайт, настроим основные плагины. Третья часть у нас будет. Основные плагины. Это будут плагины, которые необходимы для работы вообще сайта в целом. У нас будет как бы две темы по плагинам. Одна вот мы пройдем на следующем занятии, а еще одна будет тема по плагинам чуть позже, когда мы уже настроим, загрузим товары, сделаем доставку и так далее. Мы загрузим еще несколько плагинов дополнительных, которые улучшат функционал магазина, то есть отображение товаров и так далее. Вот, но это будет чуть позже. Сейчас будут основные плагины. Это плагин по защите нашего сайта от спама, настройка Акисмет. Настройка плагина для SEO оптимизации, это All-in-One SEO Pack. Это плагин по улучшению работы комментариев, оповещению людей о том, что пришел новый комментарий. И еще несколько плагинов, которые я порекомендую. Вот, это будет следующее занятие. О том, как посетить занятие, вам придет письмо. Но сейчас вы, кстати, можете смотреть мероприятие. Сейчас, минуточку, я дам вам ссылку. Так, вебинар, ссылку на календарь. На календарь, где уже расписаны все наши вебинары. То есть мы будем проводить раз в неделю, в четверг. И вот здесь вот четко прописано, когда какое будет занятие. Когда какое будет занятие. Значит, смотрите, здесь будет по ходу, конечно же, немножко может корректироваться, потому что иногда слишком много материала, может быть, где-то будет меньше и так далее. Будет все корректироваться. Но сейчас уже можно посмотреть, когда и какие будут проходить темы. Здесь вы можете кликнуть на ссылку целый месяц, июнь, точнее, следующий месяц, и посмотреть следующие материалы. Примерно предполагается у нас около 30, чуть больше, может быть, 30 мастер-классов. Вот, также вы можете кликнуть по ссылке, и если хотите, то можете приобрести полный пакет 31 мастер-класс за сумму 7390. И тогда будут проплачены все мастер-классы, которые будут проходить по этой теме. Уже там будет неважно, будет их 31 или 35, чуть больше, да, будут какие-то добавляться, может быть, группироваться немножко по-другому, но тема все равно уже освещена, вы можете вот в календаре посмотреть. Давайте я вам тоже вышлю эту ссылочку. Это для тех, кто хочет уже заранее просто приобрести весь пакет. Но это не обязательно, вы можете покупать именно те, посещать именно те мероприятия, которые вам нужны, да, которые вы считаете нужным. Календарь еще раз смотрим, да, вот здесь темы все озвучены. И, конечно же, мы будем высылать
высылать оповещение о том, что когда состоится следующее занятие, во сколько и сколько оно будет стоить. Ну что, друзья, если есть вопросы, пишите в чате. Тема, в общем-то, несложная, и задание, значит, следующее. Если вы не выполнили предыдущий урок, обязательно сделайте. Не ходите на занятия просто, чтобы слушать. Вот прям честно вам признаюсь, рекомендую, делайте все-таки сразу. Объем материала будет нарастать. Сейчас кажется, что все просто, потому что, ну, на самом деле, вы знакомы уже с WordPress, и эта тема не такая уж и сложная, да, сегодня было несколько таких моментов новых для вас, потому что то, что добавилось с плагином WooCommerce, будут такие вещи, да, но в целом вы уже знакомы с WordPress, вы, может быть, даже проходили уже эти темы, и кажется, все несложно. Но я очень прошу вас, если вы решили серьезно создать интернет-магазин, выполняйте задание сразу, не откладывайте. Вы пропустите просто массу нюансов. Вот эта настройка, она делается и один раз. И важно ее сделать правильно и не повторяться, да? Потому что если вы что-то пропускаете, в дальнейшем у вас просто будет возникать вопрос, а почему вот так, а не так? И вам придется копаться в старых заданиях, чтобы найти ответ на этот вопрос, что, в общем-то, не очень удобно, да? Поэтому смотрите, у вас сейчас было первое занятие по установке WordPress, по установке WooCommerce, по загрузке товаров демонстрационных. Сделайте все по видеоуроку. Сделайте, да? Сегодняшнее тоже задание, занятие выполните, чтобы у вас к следующему занятию были выполнены эти два. Просто слушать не даст результата. Мы создаем интернет-магазин. Это практические уроки. Окей, друзья, хорошо? Все, значит, задание следующее. Для тех, кто не выполнил прошлый урок, сделать по видео создание сайта HTTPS, WordPress, WooCommerce и демонстрационные товары. Сегодняшнее занятие – настройка базовая WordPress и настройка пользователя. Тоже обязательно сделайте. Все, если вопросов больше нет, Василий ответил, Людмила, вам на ваш вопрос. Запись будет, да. Вот, жду вас на следующем занятии в четверг, 18 мая в 20:00. И мы продолжим настройку нашего сайта. Будем разбирать плагины. Все, друзья, рада была вас видеть. Желаю вам всего хорошего, хорошего вам вечера и до следующего занятия. Людмила, предыдущий урок, я думаю, сейчас Василий ответит. Там важно, если вы приобретали запись посещения этого урока, тогда у вас должна быть... должен быть вход. Все тогда, друзья, желаю вам хорошего вечера, все, до связи, всем пока.